цирке «Вимельбух» из серии «История в картинках». Его нарисовали и придумали немецкие художники Дора Гёбель и Петер Кнор. Здесь можно увидеть не только парадную жизнь цирка, которую мы с вами видим, можем сами увидеть на представлении, но и закулисье. А это самое интересное. Как живут люди в этих передвижных балаганчиках, что у них происходит по вечерам, как они развлекаются, из чего состоит их будничная жизнь. Вот такая удивительная книга.